сегодня у нас третий раз проходит торжественная регистрация брака на Никольской сопке. В такой значимый для города праздник, да, день города, 280 лет. Сегодня мы регистрируем 6 пар. Ой, красивые. Сегодня день вашей свадьбы. И с этого дня вы вместе пойдете, рука об руку, переживая все радости и невзгоды. Ведь создание семьи – это одно из самых важных, трепет и уникальных решений вашей жизни. Первыми брак зарегистрировали Кирилл Барабанов и Анастасия Брагина. После церемонии пару поздравили родные и близкие. С пожеланиями к молодоженам обратился Владимир Солодов. Любви, долгих лет, семейного благополучия, чтобы у вас в вашем семейном очаге всегда теплился огонь, чтобы всегда было тепло у вас в доме, чтобы это тепло согревало вашу семью и вело ее к процветанию. Еще одна новая семейная пара – Андрей Пыльцов и Ксения Конюхова. После церемонии молодожены отправились на избирательный участок, чтобы принять участие в выборах губернатора Камчатского края. Это просто первое мое голосование. Спасибо большое. Очень красиво. Спасибо. Будем рады увеличению численности избирателей Камчатского края. Ольга Семенова, Иван Родин. Информационное агентство «Камчатка».